290 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Из них в городские профильные стационары были госпитализированы 52 пациента. По данным пресс-службы городского правительства, в результате осложнений, связанных с болезнью, скончались 6 человек в возрасте от 53 лет до 81 года. 53 человека выписаны после выздоровления. В городе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Первый этап иммунизации успели пройти 291 135 севастопольцев. Вторую прививку сделали 278 250 местных жителей. Напомним, пройти вакцинацию можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, а также мобильных прививочных пунктах, развернутых на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Мусон» и «Симол».